Всем привет, с вами я, и сегодня будет влог. Меня не было долго на ютубе, но я решил все-таки вернуться. Давайте ближе к сути. Сегодня я улетаю в Баку, и хочу вам подробно снять мой переезд из Питера в Баку. До свидания, Питер. Итак, сейчас я хочу сказать о том, что я закончил 6 класс. Правда, не очень хорошо, но все-таки в 7 классе я думаю потянуть учебу. Но зато я получил красный пояс по айкидо. О, ребята, вы здесь? Ну, собственно, я хочу показать, что есть в моем портфеле. Ну, это вода, на всякий случай, чтобы попить его. Это терминаторские очки. Вот. I will be back. Так. И у них еще можно заменить стекло на такие прозрачные. Да. Так. Еще я возьму с собой электронную книжку. Да. Чтобы читать список на лет. Его всегда нам дают. На каждое лет. Тут дидактические материалы по русскому языку для 6 класса. Это домашние задания на лето. Я тоже их думаю сюда поставить. Так, следующим идет у нас линзы. Линзы я ношу, потому что у меня плохое зрение. Если кто не знал, да. Потом идут еще одни очки, которые будут налегке носить. Здесь I will be pulled back наполовину. Не совсем такие крутые они все еще, но ладно. Может быть, для кого-то это будет подарком, для друга, например, я не знаю. Но с собой я их возьму тоже. Дальше идет зубная щетка и еще одна зубная щетка и зубная паста. Это, собственно, чтобы зубы были чистые. Все, я готов идти в Азербайджан. Не, и давай заново. Так, все, я готов идти в Азербайджан. Не, все, я готов лететь. Ну, собственно, все.
Операция пройдена. Ну, тут, ребята, мы были в самолете, там было очень громко, вот, и пришлось мне переозвучивать. Собственно, прилетели мы в Азербайджан очень хорошо, никакого дискомфорта не было, самолет был очень комфортным. Это не реклама. Здесь мы еще в Санкт-Петербурге, я снимал там разные кадры, вот, собственно. Ну, а тут мы уже приехали в Азербайджан, да. Там был автобус, собственно, в него пошли и перешли в аэропорт. Всем привет, ребята, мы в Баку. Полет прошел нормально, все просто шпись. Летом будет выходить очень много влогов, так что ставьте лайки, и будет скоро очень много влогов. Но я хочу вам показать одного гостя. Узнайте, вы его узнаете 100%. Всем привет! Это Нидзат, он снимался еще целый год назад. Скажи свои слова. Поставьте лайков, подписывайтесь на канал. Да, собственно так. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Наберем 20 лайков, на следующий день выходит новое видео. Всем пока!